одно оружие. Где же еда? Отдай мою сосиску! Эй, Кисси Мисси! Ты тут? Не уходи! Нам надо поговорить! Пророчество сбылось! Мы их нашли! Подожди, я занят! О, великий шаман! Что вы делаете? Я провожу важный духовный обряд. Две стихии столкнулись в масштабном сражении. Но, вождь! По мне, так вы просто играете в телефоне! Юнец, ты не понимаешь! Сейчас в Free Fire проходит масштабный ивент. Битва льда и пламени. Так все же вы играете. Ого, какой крутой скин. Конечно, во Free Fire, самой скачиваемой игре 2021 года, с динамичным геймплеем, можно кастомизировать своего персонажа как пожелаешь. С 13 декабря по 8 января в игре проходит грандиозное событие – битва льда и пламени. Это просто эпично, ведь можно воочию увидеть, как две мощные стихии схлестнутся на поле боя. Я и сам не мог пройти мимо такого сражения и решил выступить на стороне огня. Друзья, здесь мне потребуется ваша помощь. Скорее присоединяйтесь, мы одолеем лед вместе. Одним из главных сюрпризов ивента стала коллаборация Free Fire с самим Славой Мерлоу. Совсем недавно Слава записал трек и выпустил клип в стилистике игры. Я вам так скажу, клип просто вау. А в игру даже добавили все вещи, которые в нем появились. А для тех, кто хочет зажечь со мной в битве со льдом, доступна крутая эмоция команды огня, которую каждый сможет получить с 25 декабря по 31 декабря за выполнение задания. А для того, чтобы битва была красивой, совсем скоро станет доступна новая карта в японском стиле, которая подарит вам новый захватывающий опыт королевской битвы. Конечно же, разработчики позаботились и о подарках. Каждый, кто зайдет в игру 2 января, получит магический куб. Очень редкий и ценный предмет, который можно обменять на уникальные скины
и дорогие предметы. Ссылку на бесплатную игру Free Fire ты найдешь в описании под видео. И давай покажем всем наш пыл вместе, ведь это наша королевская битва. Переодевайтесь! У нас нехватка мест, так что будете спать на одной кровати. Хорошо, сэр. За что вы тут, девчонки? Не знаю, мы просто искали хороших родителей. А ты? Я хакерша, взламывала миллиардеров и переводила их деньги на лечение детей. О, ты как Робин Гуд. Эй, новенькие, идите за мной. А ты кто такая? Я Буза, все должны слушаться меня. And maybe Huggy becomes super, super nice because he really loves Christmas or something. And then he doesn't want to kill us anymore. О, этот крутой котик прикольный блогер. Он играет в Майнкрафт и в Роблокс. Я влюбилась в него. Крутой котик мой любимчик. Отвали от него. Сейчас ты у меня получишь. Не трогай ее. Откройте! Я разорву вас на кусочки! А ну-ка успокойтесь! Вы что, хотите попасть в карцер? Нет! Только не в карцер! Простите нас! Почему они так боятся попасть в карцер? Потому что никто еще не возвращался живым с карцера! А что там происходит? Никто этого не знает. Заключенного отводят в карцер. Ночью оттуда слышатся страшные звуки. А на следующий день в карцере находят только сердце жертвы. Я не боюсь. Это все сказки. Эй! Куда же вы теперь? Мы должны спасти Поппи! Мы ждали вас много лет. Идите за мной.
Давным-давно боги наслали на нас вампира за наши грехи. Мы пытались остановить его, но он оказался неуязвим. Раз в неделю он приходил и выпивал кровь у одного из нас. Мы молили богов пощадить нас, и боги услышали. Во время молитвы я видел видение, как вы победили вампира. Я смотрел фильм про вампиров. Их можно убить осиновым колом и серебряными пулями. Этот ваш кровопийца. Они убийцы! Вы отправляетесь в карцер! Нет, только не в карцер! Выпустите нас! Я должен спасти Поппи! Тюрьма хорошо охраняется. Мы должны разработать план. Смотрите, тут динамит! Спрей закончился. Надо спешить. Там какие-то мутанты что-то замышляют. Немедленно покиньте территорию тюрьмы. Внимание! Код 10108! Требуется поддержка! Понял вас! Высылаю подмогу! Вы окружены!
Ау! Ребята, вы не вовремя. Группа Альфа уничтожена! Вызывайте группу Бета! Группа Бета! О, повелитель! Слушаю и повинуюсь! Передай подарок группе Бета! Джонни, что с тобой? Вам привет от Хагги! На нас напали! Мистер Шницель, что с вами? Все в порядке. Теперь главный тут Хагги.